В Крыму разрабатывают искусственный интеллект для урологов. Аналогов этой разработки в мире нет. Новая технология поможет автоматизировать процесс предоперационной диагностики. Сейчас у врачей много времени уходит на анализ результатов компьютерной томографии. Они вручную просматривают большое количество срезов и проводят измерения. Разработкой занимаются студенты Крымского федерального университета. Проект получил поддержку Фонда содействия инновациям. Завершить программу планируют этой осенью.